Ну, а я всем говорю, что я взрослый человек, но при этом у меня очень современная семья. У меня жена зарабатывает больше, чем я. И больше, чем вы. Ну, не то, что я зарабатываю мало, она у меня банкир. Знаете, есть такая поговорка, что если мужик голова, то жена это шея. Так вот, у меня шея, как у Хабиба. Но если вы думаете, что я могу рассказать, как себя чувствует мужик, который живет на деньги жены, нет. Я могу рассказать, как себя чувствует мужик, из которого тянет деньги жена, которая зарабатывает больше. Очень странно. Очень. Как будто я стою рядом с Абрамовичем, держу в руках шаурму, Абрамович такой, дай кусну. Ну, реально, она у меня банковский аналитик. Ее сейчас всех перевели на удаленку. Она сидит дома, ей не надо никуда ходить. Я стендап-комик, я по ночам выступаю. Я могу там в 12, в полпервого ночи прийти домой. Она иногда до сих пор работает. Я подхожу, говорю, Ира, что случилось? Она говорит, сделка 19 миллиардов. Завтра на комитет, надо еще кое-что доделать. Че у тебя? Я такой, прикинь, шутку придумал. И вижу у нее в глазах, твою мать. Но одно в этой ситуации работает мне на руку. Она со мной 100% по любви, понятно? Она со мной 100% по любви. Это вы, кто зарабатываете больше, чем жены, сейчас сидите, а вдруг у меня кончатся деньги, она уйдет. У меня другая ситуация. Она такая, не ссы, голодранец.